После зимней паузы наконец-то возвращается чемпионат России по футболу. Но начнем выпуск со свежей новости Кубка страны. Официально финал Кубка России по футболу сезона 16-18 года пройдет 2 мая на стадионе Фишт в Сочи. Ранее рассматривалось для проведения финала и Зенит-Арена. Финал Кубка России станет тестовым матчем для красавца стадиона Фишт перед Кубком Конфедерации. Напомню, 5 апреля в полуфиналах сыграют Локомотив Москва против Уфы и Урал примет Рубин. А теперь к чемпионату России. 3 марта стартует 18-й тур. Том и Ростов открывают его. Тур будет разделен на 4 дня. 4 марта Оренбург принимает Арсенал. Далее суперматч нас ждет ЦСКА-Зенит. Урал примет Амкар. Крылья Светов играют с Локомотивом. Не менее интересный матч будет в Краснодаре, где местный клуб принимает Спартак. Далее Терек-Уфа. И 6 марта завершится тур матчем Анжи-Рубин. И давайте еще взглянем на турнирную таблицу. Кто забыл, вспомним, что «Спартак» возглавляет чемпионат России. У него 40 очков, на 5 очков меньше у «Зенита». На третьем месте расположилась московская «ЦСКА» – 32 очка. Внизу турнирной таблицы «Оренбург» и «Арсенал» набрали по 12 очков. И на 16 месте «Томь», у которой всего лишь пока что 9. Также рекомендую посмотреть ролик «Задержание Кокорина преувеличено». Каждую неделю смотрите выпуски, посвященные чемпионату России по футболу. Если этот выпуск вам понравился, был полезен и интересен, ставьте под ним лайки и подписывайтесь.